В Видновской детской школе искусств постоянно проходят мастер-классы известных музыкантов. Очередной урок музыки провел народный артист России Дмитрий Маликов. Это второй приезд Дмитрия Маликова в Видное в рамках образовательного авторского проекта «Уроки музыки», который стартовал в 2012 году. Народный артист провел уже более 50 мастер-классов для учащихся музыкальных школ в разных городах. В преддверии Дня Учителя сегодня с нами и с нашими детьми талантливый наставник, педагог, просветитель, человек, который несет эти особенные какие-то музыкальные возможности детям. Передавать мастерство из рук в руки – это настолько, ну я не знаю, важно и ценно. Мероприятие проходило в Большом зале детской школы искусств. Во время встречи певец и музыкант рассказал ребятам о своем творческом пути. Как сам учился играть на фортепиано, что любовь к инструменту пришла не сразу. И в детстве он часто сбегал с уроков, но благодаря настойчивости отца все же получил классическое музыкальное образование. Общение с детьми, оно очень заряжает, и ты понимаешь, что, так сказать, день прожит, может быть, не зря с такой встречей. Вот, поэтому каждый день надо пытаться сделать что-то хорошее. Это может быть не обязательно такая встреча, может быть концерт, это может быть написание музыки, там, общение с друзьями, но вот хочется жить такой полной жизнью. Поэтому я практически весь октябрь наметил вот на такие встречи в Подмосковье именно. У юных музыкантов в этот вечер была прекрасная возможность продемонстрировать свой талант и выступить на одной сцене с известным артистом. Сыграть на инструменте или спеть под аккомпанемент Дмитрия Маликова и даже выступить в дуэте на двух роялях, как получилось у Анастасии Васильевой. Вместе они исполнили произведение «Ночь в Мадриде». Софья Кургачева обучается игре на саксофоне уже 3 года. Номер для совместного выступления с известным артистом репетировала 3 недели. Девочка признается, что очень волновалась перед концертом. Я впервые, можно так сказать, вижу звезду. Я, правда, до этого в каком-то дне города видела там разных звезд, но для меня эта встреча самая важная. Дмитрий надеется, что его уроки музыки вдохновят юные дарования продолжать заниматься искусством. Спасибо большое, хочется сказать вам, за то, что вы привлекаете детей к музыке, за то, что вы продвигаете идею вообще музыкального образования. Мероприятие продолжилось небольшим концертом. Танцевали и подпевали артисту все без исключения. Дмитрий Маликов пообещал приехать в Видное еще раз и попрощался совсем ненадолго, а только... Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.